В Югре за 9 месяцев этого года родилось более 15 тысяч малышей. Такие данные публикует Росстат. По сведениям Фонда социального страхования, средний рост маленьких югорчан 52,5 сантиметра, а вес 3 килограмма 400 граммов. По этим показателям они опережают новорожденных из других субъектов Уральского федерального округа. Причем у югорчанок чаще рождаются мальчики, их больше половины. В рамках федеральной программы «Родовой сертификат» региональное отделение Фонда соцстраха перечислило лечебным учреждением. Учреждением Югры более 152 миллионов рублей. Городами-лидерами по рождаемости в округе являются Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.